30 лет назад с 11 по 13 мая состоялся первый в России фестиваль воздухоплавания, и произошло это в Рязани. 11 мая 1990 года на трибунах ЦСКА собрались рязанцы, чтобы первыми в Советской России увидеть массовый взлет тепловых аэростатов. 25 команд приехали из Англии, ФРГ, Норвегии, Югославии, и одна команда представляла Советский Союз. То, что у нас произошло этими днями 11-13 мая, это, конечно, было глубоко на определенный период времени засекреченный план, когда против нас, вы знаете, выстраивали всякие интриги, вплоть до дипломатического уровня. Мне пришлось даже лететь в наше посольство в Лондон для того, чтобы помочь обеспечить визы тем пилотам воздушных шаров, которые должны были летать с нами. Правда, мы называли немножко другие даты фестиваля, чтобы не вызвать ответные ходы наших конкурентов. И даже на встрече на границе тех воздушных шаров, которые ехали в больших траках, грузовиках 20, повторюсь, это было 25 шаров. Сегодня история о том, как подьячий Крикутной родом из Рязанской губернии первым в мировой истории наполнил ткань дымом горячим и вонючим и поднялся над землей, тем самым сделав Рязань местом, где зародилось воздухоплавание, знает, пожалуй, каждый рязанец. Случилось это на 30 лет раньше, чем знаменитые братья Монгольфье во Франции проплыли над землей в воздушном шаре. 30 лет назад рязанцы снова стали первыми, организовав фестиваль воздухоплавания. Я хотел бы все-таки поздравить рязанцев с тем, что 30 лет назад, 11-13 мая 1990 года, у нас в городе состоялось эпохальное, не побоюсь этого слова, событие, которое именовалось первым международный фестиваль воздушных шаров «Небо России». С тех пор фестиваль с названием «Небо России» гремит на всю страну. В августе в Рязанскую область собираются пилоты самых разных аэростатов. Формы, цвета, размеры поражают воображение. Люди ждут события, как сказки. А сам фестиваль давно стал визитной карточкой нашего города.